Мы не только в эфире, но и на сайте Первого Мытищинского. Эту фразу вы слышите после каждого выпуска новостей на телеканале Первый Мытищинский. А чтобы быть в курсе всех событий своего городского округа, достаточно и зайти к нам на страницу в Instagram OneTVM. Туда мы тоже выкладываем все сюжеты, не пропустите ни одного, и мы покажем там даже чуточку больше. Как у тебя сегодня прошла съемка? Съемка прошла замечательно, только немножко морозно. Мы снимали, как наши жители набирали воду в наших храмах. Вот так, собственно, мы каждый день стараемся делиться с нашими подписчиками жизнью редакции. Как показывает практика, это многим интересно. У нас очень удобно официальный сайт. Здесь можно найти всю необходимую информацию в любое время, все наши сюжеты. А мне нравится Инстаграм. Оперативно, по существу. А еще там есть возможность неформально общаться с нашими телезрителями. Идея расширять границы вещания и выходить в интернет появилась неспроста. Многие мытищинцы и сами рассказали, что новости смотрят в соцсетях. Где вы смотрите новости? И почему? По телевизору. По телевизору. Местные новости на каком канале смотрите? На Мытищинском. Ну, группа ВКонтакте есть Мытищи. В интернете. А доверяете? Почему там? Ну, не то, что доверяю. Не знаю, привык. Удобно. А социальные сети где-то? Ну, конечно. Попадается что-то интересное, могу зацепиться. Но так, чтобы прям осознанно в 7 часов вечера или там в 9 садиться смотреть, нет, конечно. Когда на почту заходишь, вон тот же самый мейл, там вылазит эта сводка. И на нее ориентируем. А доверяете новостям? Нет, никаким не доверяем. Помимо сайта, страницы в Инстаграме, у Первого Мытищинского есть телеграм-канал и страничка ВКонтакте. Да и даже в ТикТоке. Мы делаем все, чтобы вы, телезрители, всегда были в курсе новостей и событий, которые происходят в Мытищах. Так что подписывайтесь, а мы сделаем все, чтобы вам было интересно и получали только проверенную и достоверную информацию. Дарья Кулакова, Денис Корнев, Первый Мытищинский.